Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас мы будем резать арбуз. Такой арбуз я купил для детей. Послушайте, это реально. Там, наверное, кто-то живет. Берем мой маленький ножик такой вот. Совсем маленький такой. Как я. Главное вырезать побольше. Я так скажу, арбуз так себе. Ну, это первые арбузы, такие фальшивые немножко. Так, сойдет. В середине должен быть нормальный. И тут самый ответственный момент. Вы, наверное, думаете, он не нормальный. Конечно, такой арбуз домой дотащите. 6 килограмм, это не шутки. О, внутри само то, что надо. И вот эта пленочка специально для меня. Обалдеть. Я не могу удержаться. Это просто, это выше моих сил. Наши яйца готовы. А теперь надо доделать наши яйца. Мы берем, короче, и самый ответственный момент, переворачиваем, чтобы все было супер-пупер. Обалдеть, все будет очень вкусно. А я с вами прощаюсь. Это был арбуз и завершение супер яиц в батоне. Супер. Всем мира, добра, любви. Готовьте, кушайте, живите полной жизнью. Не забудьте, что вы люди, а не свиньи. Пока-пока. Счастья вам.